Да, с такой экспозиции гораздо темнее картинка. Видишь, объективно на улице Ярче. гораздо ярче. А ну попробуем на ходу можно. О, да даже на ходу можно изменять экспозицию. Идет же запись. Хо-хо! Вообще классно. Так, а этим можно регулировать F. Видишь, число F меняется. Пресс F Туроспект. Да, это мне подсказали, Что надо же. это за F? F2? Это F F5? это диафрагма, насколько она открывается. Чем больше она открыта, тем больше света попадает на матрицу. Ну, условно говоря, на пленку. Видишь, я уменьшаю диафрагму и сильно тоже можно в режиме реального времени делать. Ёлки-палки. А я Все. мучаюсь. Ты Все. видишь, темнотища какая. Да. Ночь. Да, это мне ребята подсказали. Вообще очень огромное им спасибо. Ха-ха. Ну теперь же получится А совсем теперь ты другой можешь что ли план. ночью снимать? У меня проблема какая была? Я навожу, допустим, на Венеру, а она очень яркая, ее солнце сильно освещает, и она засвечивалась, она просто белое пятно было. А теперь, то есть мне нужно было уменьшать, я ISO уменьшал, это еще один параметр, который уменьшает технически чувствительность матрицы к свету. Я ничего не понял, но очень интересно. Уже хорошо. Раз интересно, значит, разберешься когда-нибудь. Это же все тебе достанется с этим фотоаппаратом возиться. У меня же тоже батя всю жизнь занимался фотографией, ну, пленочной. Мне это вообще дьявола не нужно было. А вот ты видишь, под старости лет накрыло меня, заинтересовался. И тебя тоже. Так это спасибо, блин, что хоть не на горных лыжах, а то бы сейчас по горам скакал где-то на двух палках, с двумя палками в руках еще. Оно мне надо. О. Да, видишь, это я уменьшаю диафрагму. Давай, а вот этим вот, видишь, выдержку увеличиваю каждого кадра, я так понимаю. Как ты ничего не видишь? Ну, в другую сторону. А, у тебя отражается этот самый. Так и здесь же экранчик, он. Опа, сорян. Ты чего? Это школа стоит? Какая школа? Это уже это самое. За окружной. Сейчас я тебя на школу наведу. Соскучился, да, в карантине за школой? Прикинь, да. А что, правда, что ли? Вот это номер. Ну да. Вот впервые. Это впервые, когда я за школой соскучился, потому что ну, на домашнем обучении это просто ад. Да. Сущий ад. Даже усик тебе сегодня не помог с этой гимнастикой. Вон, смотри, вон. Вот тебе твоя школа. Желтый блокит не наши пропары. Ветер, зараза. 1020 FPS? Вот 1000, один к 800, это... Не, я имею в виду вот 1000 пикселей. А, это часто, это я так понимаю... Это качество. Да, качество, качество. А это по 720. Как это раз? Количество точек на единицу площади, наверное, так. Так, ну давай попробуем, вот сейчас как раз флаг на ветру полощется, на нем и поэкспериментируем. Ну что за больше экспериментировать? Как изменение. Зачем я вообще тут стою? Ну можешь не здесь стоять. О, смотри. Красиво. Да. Даже палочку видно. Палочку. Да нет, ну тут увеличивать еще можно было, знаю, до скольки. Да, да, этого. Ну, чтобы вообще было только синее. Как ты увеличаешь, кстати? Вот здесь вот это колесико, видишь, крутится. Может, что-то перестал.